Школа дает не только знания, но и возможности. Сразу два учащихся средней школы номер один рабочего поселка Кузоватова стали победителями регионального этапа «Ученик года». Впереди конкурсантов ждет всероссийский этап, где они представят Ульяновскую область. Показали очень высокий уровень владения собой, владения материалом, как они умеют держаться на сцене. У них замечательное достижение, хороший портфолио. Конкурс «Ученик года» – главное соревновательное событие среди школьников России. Проходит он в 8 номинациях. Егор узнал о конкурсе от классного руководителя и сразу решил проявить себя. Парень с детства занимается спортом и принял участие в номинации «Спортивное направление». Как я говорил на оригинальном этапе, я жду, во-первых, борьбы, чтобы были достойные противники, было интересно общаться с людьми, новое общение заводить, а также посмотреть нашу любимую Россию на достопримечательности. Анастасия Еремина на региональном уровне взяла золото в номинации «Творческое направление» и тем самым прошла на всероссийский этап. Девушка с ранних лет поет, этим и удивляла жюри. Жюри я удивляла своим... именно своей подачей на сцене, то, как я располагаю к себе людей. Я выступала с песней, которая называется «Вальс Анастасии» в своем творческом номере. Также я выступала с инфографикой. Она была на тему семейной традиции. Жюри с большим интересом слушали мою речь. Конкурс «Ученик года» дает ребятам возможность проявить себя и показать свой талант на всероссийском уровне. Стоит отметить, ученики Кузоватовской школы номер один уже второй год подряд показывают результат. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.